Всех приветствую. Сегодня у меня на распаковке такой спальный мешок. Я на самом деле заказывал их три. Они там лежат. Они пришли в одной посылке. Дошли они за 9 дней. Но так получилось, что я заказал, а продавец не отправляет. Я пишу, говорю, мне они срочно нужны. Он написал, были какие-то технические проблемы, но в понедельник мы отправим. Найдет очень быстро. Дошло дней за 9. Принесли. Доставил курьером, Почта России доставила курьером бесплатно. Вот такой мешочек. Очень долго выбирал, по отзывам читал и параметры смотрел, так как заказываю детям. Дети пойдут с ними в поход до 10 градусов. Тут вот как написано, что максимальное здесь еще минимальное 10 градусов. Комфортно, да, комфортно при 10 градусах. Весит он 1600, килограмм 600. Так, что здесь у нас? Размер 2,15, 80 на 55 сантиметров. 100% лайт-тест какой-то тут, но я не разбираюсь. Я заказал как... Так, ну посмотрим, что он из себя представляет. Я его не распаковывал еще. Так. Я просто даже не знаю, как он. Пихаю ли я его обратно, если что, пчела. Так, как он. Это реально мешает. Так, он скручен. Так, ну вот. Тут реально. Толстый он, мягкий. Вот сюда мы залазим. Да, кстати, удобно тем, что не надо его... А, нет, молния тоже есть. Я думал, что он без молнии. Вот. Мы его не раскрываем. Плохо видно. У меня один такой есть. Плащ-мешок, именно для меня... Вещь, как это называется. Спальный мешок только для меня. Летний. Вот я решил взять зимние варианты. Ну да, он такой реально теплый. Тут затягивается. Ну, его еще надо испытать. В субботу мы поедем в Арзугу. Да, тут капюшон есть. В Арзугу. Там где-то будет... Плюс 5 градусов, обещают снег, ну так, по Мурманской области. Вот там как раз его испытаю. И продолжение видео будет снято именно в Арзуге, в моей любимой палатке одноместной. Кстати, тоже недавно заказал я ее. Рассылка, распаковка у меня, ее тоже есть на канале. Ссылку, скорее всего, в подсказках дам. Или может рекомендую, может в конце, в подсказках, в этих конечных картинках. И как это там называется, что было? В конечных подсказках, да. Вот. Тут вот это для шеи. Видимо, чтобы шею. Не, вполне. Ладно. До встречи, Варги. Такой видик, видос. Из палатки. Вот, испытал я на деле этот спальник. В нем было очень тепло, на самом деле. Спал я без носок, ну, без одежды практически, он только в штанах. Единственное, дождик шел, я вентиляцию не стал закрывать на палатке, и мне немножко накапало. Ну, спальник такой, спальником немножко он промок у нас внизу, но все равно на теплоту мне не повлияло, все равно я не замерз. Ссылка на этот спальник будет в описании. Так что смело покупайте, продавец не обманывает. Отправка очень быстрая. Вот тут описание на русском. Все, всем удачи. Вот, и это мы ночевали в Умбе.
в Арзуге. Мы остановились, через Арзугу ехали. Ну, такие дела. Мурманская область.